Бедные, я знаю, они засыпают щетками, просыпаются щетками, то есть его стараются как-то во сне воспевать, насколько это авторитетно и стоит ли это как-то практиковать. Ну, щетки не стоит в постель брать, потому что нечистая как бы считается уже. Вот. Ну, засыпать, если вы под святое имя хорошо засыпаете, то есть можете Харе Кришна, потом просыпаетесь, Кришна, Кришна, Харе, Харе, да, совершенство вообще. Иногда такое бывает, да. Ну, почему нет? Нет, если еще всю ночь будете повторять. Был случай, один из учеников Бхагисан Сарасвати Такура, я не помню точно его имени, то есть у него, он уже в пожилом возрасте, у него, ну, случился инсульт, и в кому он, в коме был, 3 дня был в коме, вообще без сознания. Но когда врачи прикладывали этот аппарат, там слушали, пытались сердце, то есть внутри они слышали: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна. То есть он продолжал повторять каким-то там внутренним голосом каким-то. Или даже губами шевелил что-то. Ну, в общем, вот у него. Он продолжал повторять, несмотря на то, что он был в коме, то есть без сознания. То есть, когда святое имя проявляется в сердце, оно начинает буквально танцевать. Не то, что не я его повторяю, а оно повторяет меня. То есть я вибрирую просто в этом святом имени. Это вот признак. Если в коме продолжает повторять, значит, это уже все, это совершенство.